Здравствуйте, друзья. Итак, в общем, решил протестировать камеру, которую сегодня купил, Trust HD 720p. В общем, у камеры указана 720p запись, но на самом деле у нее нет. Эта камера пишет 1100, вот сейчас покажу, 1184 656, 33 кадра. Выбираем 720p, она пишет 10 кадров. В общем, качество у нее получается намного хуже, чем Logitech C720. Но Logitech имеет огромный жирный минус в том, что они помирают через несколько месяцев. Ихняя работа пару лет от силы. В общем, смотрим на качество картинки. Это вот Trust. Даже несмотря на то, что мы уменьшим вот даже до этого уровня, чтобы было, все равно лучше картинка намного у этого. Теперь цвет, цветовая гамма. Качество намного лучше Logitech. Еще такая плохая особенность, то что она запускается, эта камера, в малом разрешении. Я снимаю screen видео программкой, которая пишет экран. Так вот, эта программка у меня запустилась на самом низком разрешении. Так, это фильтр, то что не нужно, а это вот разрешение. То есть она запускается на этом разрешении. Соответственно, скорее всего, будет на этом же разрешении и Skype запускаться. Применяем это разрешение. Вот она, программка. В общем, угол обзора у Logitech побольше, но еще есть одна особенность. А это мы проверяем, какая матрица стоит. Вот смотрите, Logitech. Чтобы не сказали, что я вру. Logitech и Trust. Вот показывает. Есть разница? Соответственно, то же самое будет и при плохом освещении. То есть это говорит о том, что матрица крайне низкого качества. Сейчас закрою окно для сравнения. Вот я сижу, Logitech меня снимает, то есть четкая картинка, разница. Вот рука будет Logitech. Давайте расширим, так сказать. Есть разница, есть разница. Откроем окно. Открыли окно. Сравниваем. То есть Logitech лучше пишет. Но Logitech очень сильно подводит. Он сдыхает спустя несколько месяцев от силы пару лет. Поэтому Logitech в этом плане фирма, которая себя дискредитировала, к сожалению. В общем, вот так. И Trust тоже очень плохо записала, так сказать. Я расстроен. Хотелось лучше камеры. Поэтому я буду брать экшн-камеру и подключать. Будет намного лучше. Все, всем пока, всем счастливо.